За пожарной обстановкой в лесах Архангельской области теперь будут следить видеокамеры. Региональное министерство природных ресурсов совместно с Единым лесопожарным центром запустили современную систему обнаружения возгораний. На территории 7 районов региона установлено 15 видеокамер, охватывающих наиболее пожароопасные места. Особое внимание тем участкам, где бывают рыбаки, охотники или просто отдыхают люди. Все видеокамеры слежения за пожарами интегрированы в систему «Безопасный город». Каждая камера работает в радиусе 25 километров. Она работает сама в режиме патруля и сама может обнаруживать лесные пожары, то есть точки дыма, и, соответственно, сигнализировать об этом диспетчеру. Подобная система уже применяется в других регионах страны. Например, в Псковской области камеры покрывают свыше 90% территории.